Так проходят карантинные дни в Киеве. Покупайте гриль с вот этой штукой, в которую сливается жир. Это действительно важная и нужная вещь. Вон он капает. Тут, наверное, не видно, но я не буду доставать. Короче говоря, берем ошеечек. Режем его стейками по где-то 1.5 сантиметра. Маринуем в том, в чем хочем. Вот. И потом его на гриль, и получается бомбическая сила. Поехали. Вау! Вот это дела! Классное мясо получается. Yeah.